В Кызылорде дебютировал первый студенческий театр. В актерской труппе молодежь, чья будущая специальность совсем не связана со сценой. Тем не менее, в премьерной постановке пьесы известного драматурга Исраила Сапарбая «Ауылдан келген ару» ребята продемонстрировали настоящее актерское мастерство. Эта пьеса выбрана не случайно. Она играет большую воспитательную роль. Затрагивает проблемы молодежи, приехавшей в большой город из сельской глубинки. Рассказывает о трудностях и пороках, которые могут привести к ошибкам и проступкам. Работать театр будет все лето. Основной темой репертуара станут студенческие будни и жизнь молодых людей. Эту пьесу мы поставили буквально за 2 месяца. Это со стороны кажется, что все просто, а на самом деле совсем наоборот. Было немало трудностей, но справиться с ними помогли актеры и режиссеры театра имени Нартая Бекижанова. Сейчас нас всего 8 человек в труппе, но думаем, что актерский состав будет расти.